Сегодня мы будем делать пирог с помощью слоеного теста и с грибами. Нужно нарезать грибы, либо взять замороженные, разморозить слоеное тесто. Я обжариваю грибы со специями, использую перец горошек, соль и немного куркумы. Также я взяла свой любимый розмарин с окошка. Далее обжариваем лук. Лука много не бывает в этом пироге. И затем все соединяем грибы и лук. Теперь нужно раскатать два кругляшка. Ну, можно и два прямоугольника. Я вот раз захотела сделать в круглой форме. Но можно сделать и в прямоугольной. Укладываем один лист в форму и выкладываем начинку в наш пирог. Распределяем равномерно. Затем берем второй кусочек слоеного теста и раскатываем такой же кругляшок. Из остатков теста мы будем делать декор. Но можно и без декора. Но я люблю, чтобы пироги были красивые. Убираем лишнее тесто. Слепляем аккуратно края, чтобы ничего не вытекло. Вот такая красота получилась. Отлично. И теперь отправляем его в духовку. Так как начинка у нас уже готова, нам нужно просто, чтобы запеклось само тесто. Запекается оно в течение 15-10 минут, если все в порядке с напряжением. Вот такой красавчик получился. А на вкус просто объедение. И бонус, второй пирог яблочный. Принцип тот же самый. Берем яблоки, мелко режем, растапливаем сливочное масло, добавляем к маслу яблоки, сыпем чайную ложку корицы, 3 щепотки кунжута, все перемешать. И 2 столовых ложки меда. Все тщательно перемешиваем в течение минут 5. Затем начинку выкладываем в наш пирог. Распределяем равномерно, раскатываем верхний слой и залепляем края. Я решила добавить вот такие украшения. Сегодня будет лунный яблочный пирог и с моими любимыми звездочками. Добавим немного волшебства. Посмотрите, какая красота получилась. По-моему, очень здорово. И запах печеных яблок на всю квартиру. Ну что, желаю всем приятного аппетита. И до встречи в следующих выпусках на моем канале. Пока-пока.